Броски, стойки и удары. У одинцовской спортсменки Мелании Шевчук все приемы отточены до совершенства. Совсем недавно она стала бронзовым призером первого в истории всероссийского турнира по боевому самбо среди женщин. Соревнования прошли в марте в Казани. В России вообще не проводили ни разу таких соревнований. Вот. И я про эти соревнования узнала где-то за 2 месяца, но мы думали, что много раз просто говорили, что будут соревнования, и откладывали. Вот раз они, правда, появились на сайте Всероссийской федерации самбо, я сразу поняла, что мы будем готовиться. Вот готовилась я вместе с Дмитрием Николаевичем по борьбе, а по ударной технике меня мой папа тренировал. Раньше спортсменка 7 лет занималась танцами, затем решила попробовать себя в самбо. Многочасовые тренировки, и результат не стал долго себя ждать. Секрет успеха воспитанницы спортшколы Олимпийского резерва по единоборствам в упорстве и поддержке близких и ее единомышленников-спортсменов, уверен тренер. Пришла, скажем так, изначально мужской вид единоборства. Но неплохие начала трудолюбие и в будущем. И, как видите, неплохие стало показывать результаты. Хотя все это давалось очень даже нелегко. В свои 19 Мелани уже мастер спорта России по универсальному бою. В планах у самбистки и дальше развиваться в этом виде спорта, а также тренировать детей. Кроме того, весной она примет участие в нескольких турнирах и выступит на чемпионате России. Подробнее о самбо вы сможете узнать в программе «Про спорт». Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».